Что-то едет, но непонятно что. Всем привет! Мы поехали в мостострой. Хотим посмотреть мост через реку Клязьма. Ребятам из Серегиной группы, кто нас смотрит, отдельный привет! Это будет экскурсия по мосту, недалеко от мостостроя. Вот как раз сейчас мы под этим мостом и находимся. А есть люди, что там, где сзади едет. А есть люди, не верят, что еще вот остались такие дома в России, да? Слушай, я надеюсь, мы туда идем. В общем, мы идем в мостострое. Мы здесь первый раз, и мы понятия не имеем, куда нам идти. Идем вот такими тропками. Сами не знаем, куда. Не, смотри, правда, здесь есть проход. Вот такими ебенями я иду сегодня. Знаешь, куда мы вышли? Мы вышли на часовню, я по карте ее видел. Вон она. Ну, познавательная поездка. Я давно в таких местах не ходил нигде. Судя по всему, нам идти вот туда, далее по этой дороге. Сейчас разберемся. Если что, я опять достану карту и будем смотреть. Давно я не был в таких поселках. Ты так вообще в таких поселках первый раз? Ну, возможно. Ладно, идем к мосту. Вот мы подходим к этому мосту. Не знаю, на отблеске будет его видно, не будет. В общем, интересное место, интересный поселок. Поселок называется Мостострой. В самом поселке мы снимать не стали, чтобы не смущать людей. А то, сами понимаете, вся эта последняя ситуация людей как бы напрягает, что когда кто-то что-то идет, снимает. Вот. Тем более, да и все на этом. Вот. Клязьма. Сейчас мы пойдем смотреть все это ближе. Тут даже трасса недалеко. Я думал, трасса дальше. Если память не изменяет, трасса М-12, которую строят через Улыбышево. Как бы народ там не в восторге, что такое там происходит, но деваться некуда. Как и всегда. Слушай, ну что, прикольный мост. Если бы поехал еще этот поезд, было бы вообще шикарно. Ну скажи, что. А что мне сказать? Я чего тут скажу? Сейчас проедут чуваки на мотоцикле. Не одни мы тут туристами. Ладно, я думаю, сначала мы сходим под мост, а потом уже я пошел обследовать местность. Надеюсь, меня будет слышно. Свой Bluetooth микрофон я приделал вот сюда, наверх телефона, потому что дует сильный ветер. И мне надо, чтобы гасилось все лишнее. Ты меня тут будешь ждать? Не, ну ты хотя бы тогда с дороги уйди, мало ли кто еще поедет. Так, поглядывай за мной, чтобы я у тебя не утонул. Ага, такая здесь грязище. Ладно. Этот мост я увидел у кого-то
на фотографиях, как всегда. Потом вбил картинку, мне показало его местонахождение. Это вот остатки, когда растекалась Клязьма. На ту сторону мы вряд ли попадем, потому что там островок, он еще на Викимапе помечен. Здесь вот такое граффити. Если кто-то смог прочитать это, как сейчас модно говорить, напишите в комментариях. Но мост, конечно, шикарен. Тем более он такой бетонный. Я уже жду, что мы на него сейчас залезем и будем смотреть, что там. Да, разлив еще не сошел. Ты как тут не проваливаешься? Вот. Река Клязьма. Вид здесь просто шикарен. Кто здесь не был, советую сюда приехать и посмотреть, что здесь. Даже Серега заулыбался, хотя он не особо охотно сюда шел. Вроде типа, ну, мост и мост. Четкий мост. Даже тень от моста угарная. Хотя можно было сказать как-то по-другому. Вот фотограф фотографирует на мой телефон. Ветер, кстати, дует сейчас прямо в микрофон. Заодно узнаем, насколько эффективный шумодав. Я, наверное, уже повторяюсь. Может быть, я это говорил в другом видео. Но он, Серега, сказал, что в этом я точно не говорил. Ну что, идем наверх? Ну да, снизу ловить нечего. На этой херне, ну вот, на полукруге, на арке, есть ручки, по которым можно попробовать залезть наверх. Я, конечно, не в лазительном прикиде, но, тем не менее, я попробую. Это даже будет интересно. Я не знаю, конечно. Главное, чтобы, как я выражаюсь, пьяный сварщик не варился это. И пьяный бетонщик бетон не заливал. Будет шикарно. Надо начинать творить дичь. Сейчас я Сереге суну в карман свой кошелек, чтобы он у меня не вылетел. Мне куда-то надо приделать микрофон. Наверное, я его приделаю вот так. То есть, чтобы он у меня висел вот так. Ладно. Но это точно мое не последнее видео. Я даже ничего больше говорить не буду. Как говорится, для храбрости. Ну все, дамы и господа, я не знаю, как я со своим весом туда полезу и смогу ли я вообще залезть. Блять, сука, я говорил, надо в трико лазить вот таким. Твою мать! Ты меня никак не закинешь, да? Это для тех, кто говорит, что типа полные люди, они ничего не могут. Могут. Ты отойди вообще с железной дороги. Я высоко не полезу. Мне и так очково. Соня, я тебя люблю, написано на мосту. Надеюсь, он после этого не спрыгнул с этого моста. Ебать, Серега. Стрёмно. Не, братва,
я дальше не полезу. Уж не, мне вот эти хуйни не внушают доверия. Просто суть какая. Смотрите. Где бы я ни полез, да, я не вижу, что справа. У меня все расплывается. Короче, ни хера у меня не вышло. Я просто, знаешь, что самое главное стрёмно? Я не вижу, но это, у меня в голове, блядь, подо мной вода. Ну-ка. Ебать, не, я не полезу. Зайди, сними, там свая торчит. Только по сторонам посмотри. Я знаю, кто бы залез. Серега бы залез. Ну, не мой Серега. Учитывая то, что я не посещаю ни спортзалы, ничего, и я еще 2 дня отработал, прикинь, у меня рука прошла, как я полез на мост. Локоть у меня болел. Ну ладно, не буду вас грузить. Просто смотри, туда лезьте нормально. Это я сейчас Сереге говорю. Но лезьте назад, назад, да? Обувь, блин, такое ощущение, что у тебя сейчас нога слетит. Держусь-то я крепко, но не то. Переключи на фронталку и дай мне с вытянутыми 3 отделениями. Хотя бы с 2. И отойди вот сюда поближе, чтобы ты не стоял около этого. На фронталку переключил? Переключай и включи запись сразу. Так. Надеюсь, он не упадет. Мне надо перехватиться. Опа. Ну, то есть, вот смотрите, какая хрень около меня, я надеюсь, видно. В общем, я не настолько еще пофигист. Все, что я могу сказать. Блять, я не знаю, как вы стоите в ветреную погоду, да? Но мне вот стрёмно сидеть сейчас вот здесь. Даже вот на такой высоте от моста не по себе. Ладно, на, Серёг, забирай. Я спрыгиваю. Блин, ребят, ноги напряжены пиздец. Стрёмно мне все равно. Хоть и... Ну а сами видели, высота сзади меня большая. Да, ладно. Я слезаю. Как я слезу назад, я понятия не имею. Хотя назад было проще, чем наверх. Так, давай, иди сюда. Тихо. Нет, кто-то все-таки где-то как будто говорит. Самое главное, я забыл сказать, это Кумская железная дорога. Клязьму снимал откуда? Вот как она разлита была. А, вон люди на той стороне. Конечно, я говорю, они на нас, наверное, посмотрели, сказали, ебанутые какие-то полезли на мост. Вон человек стоит. Я еще говорю. Мощно, да? Красиво смотрится. Машина стоит. Я говорю, тут рыбаков полно. На нас сейчас смотрели, как на психов. Ладно, чё, давай, собираем шмот, еще походим чуть-чуть. Я предлагаю уйти во Владимир по этой железной дороге. Опа, ты слышал, тряхануло? Уходим нафиг, мало ли чё. Пошли к рюкзакам. Адреналинчика хлебнёшь? Я уже вот здесь добавил адреналинчика. Не, ну стрёмно стоять, там еще это... В натуре свая торчит. Переходи ко мне. Вырубай. Короче, я пошел. Если что, смотри, тут везде все по сторонам. А я пошел смотреть.
Она на солнце явно вышла погреться, но... Сейчас самое время сказать, хотите верьте, хотите нет, да? Если вы решили смотреть это видео, вот именно этот момент, я сейчас буду идти как параноик и оглядываться по сторонам. Убирай нахрен телефон, ё-моё, блин. Только что видел шнурка, блин. Вот прислал мне товарищ статью, что во Владимирских лесах проснулись гадюки, да? Ну и чё? У меня, как всегда, увидел, оп, и оно появилось в реале. Я вчера девкам говорил на работе. Я говорю, гадюки же черные. Откуда она серая и еще с таким рисунком взялась? Мы привыкли, что в Камешково в лесах только черные гадюки. И вот я сейчас стою, значит, на железке около этого моста, веду трансляцию ВКонтакте. Тот, кто посмотрел, наверное, уже поржали. А она вылазит из-под рельсины. И слышу такой звук. И она, сука, она вот так ко мне прямо на... Вот как тут матом не ругаться? И вот так все время, блин. Вот стоит что-то подумать, что-то где-то увидеть, услышать. Оп. И на, оно есть. О, все равно не щелкнуло. В общем, ладно. Мы уже подходим к мостострою. И я, наверное, вырубаю телефон, чтобы народ не смущать. И моя идея, кстати, была пойти по железной дороге. В связи с гадюками отменяется. Не то, чтобы было страшно. Я не один. Как говорится, ну оно нахер. Оно этого не стоит. Ладно, все. Как из мостостроя выйдем. Может, пешком прогуляемся? До той остановки, до следующей. Давай по обстоятельствам. В общем, все, включимся, где включимся. Что еще сказать? Блядь, Серега, гадюка! Сука, блядь, как на фотке, ё-моё, блядь! Слышь, собирай чемоданы, пробовай вниз, нахуй! Блядь, я тебе говорил, она попадется. Ребята, блядь, Серега, она на меня ползет. Уебывай, пока она тебя не видит. Уебывай скорее. Уебывай. Сука. Под рельсы? Я же говорю, они сначала это... предупреждаю, но я не ожидал. Мне в пизду, иди вниз, блин. Кого ты ждешь? Пиздец, блядь, прямо как на фото. Вон она сидит. Не смотри, потом на трансляции посмотришь на записи. Вон, видите? Около белой штуки голова ее. Ну вот вам и поиск зимовки змей. Да. Не, ну слушай, это было неожиданно. Ну что решили? Пойдем той же дорогой, где тогда шли? Да пойдем прогуляемся. Пойдем вон пару блинчиков купим все-таки. И туда стартанем. Тем более мы уже знаем, где идти.